Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня каждый из вас сможет узнать дату обновления 0.14.0. Если ты, да-да-да, именно ты ждешь обновления, то прямо в эту секунду ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну что же, а мы начинаем! Сегодня у нас особое видео, и поэтому особая халява. Чтобы получить нож-бабочку Starfall, ну а точнее 2500 голды, то тебе надо прямо в эту секунду поставить лайк и подписаться на мой канал. Второе. Написать комментарий плюс свой ID. И третье, самое важное, посмотреть все это видео от начала до конца без единой перемотки. Ну что же, всем я желаю удачи, а мы начинаем. Так, выпадает орел. Идем, а. Решка. Идем, Б. Это были мои 5 рублей. Ну и куда пойдем? Первое, о чем хотелось бы поговорить, это то, что 0.14.0 будет далеко не самым последним обновлением. Просто почитайте официальный ответ разработчиков. У них спросили, а это правда, что обновление 0.14.0 будет последним? И им ответили, здравствуйте, нет, впереди еще куча новых обновлений. Но, ребята, можете расслабиться, это точно не последнее обновление, и впереди еще будет много-много всего интересного. И, конечно же, вам всем интересно, а когда же будет точная дата обновления? А вдруг обновление будет прямо сегодня? Кто его знает, смотри видео дальше. Первое, о чем хотелось бы сказать, это то, как я вообще решил снимать подобный видеоролик. Я сидел, ну, не знаю, там отдыхал, да? И тут мне резко приходит сообщение в ВК. Я открываю это сообщение в ВК, и мне пишут: «Кент, а ты в курсе то, что слили разработчики дату обновления?» Я такой: «Да ты что, брат, скинь мне пруф!» И мне кидают пруф. Ну что же, давайте смотреть, вы сейчас просто будете в шоке. Ну что же... Официальный сервис Standoff 2. Ну, ребят, ну если надпись официальная, я думаю, вряд ли они будут врать. Ну что же, читаем дальше. Standoff 2 это динамичный экшн-шутер от первого лица, но нам все это не надо. Нас интересует только одна строчка, а именно дата выхода обновления произойдет с 29 октября по 30 октября в ночь Хэллоуина. Наша персона разработчиков работает над новой картой, кейсами, скинами и продлевает... и продлением хэллоуинского пака в Standoff 2. Те, кто любили кейсы и скины от названия Furious, будут удалены из игры. Но не переживайте, вместо этого выйдет новый кейс под названием Lingars. И вы, наверное, такие: «Лол, что?» Ну, если честно, у меня была такая же реакция. Первый вопрос, который появился у меня: почему все так коряво? И я спросил у человека, который скинул мне данный скриншот, почему все написано так, как будто это переводил Google переводчик. На что он мне ответил: «Кент, да, это Google переводчик». И он мне сказал, что это было опубликовано на английском сайте, и из-за этого перевод очень корявый, потому что переводил Google переводчик. Честно говоря, меня этот ответ немножко смутил. Как-то все это немножко странно. Второй вопрос, который я спросил у этого человека: может ли он мне скинуть ссылку? На что он мне сказал, что этот скриншот ему скинул его друг. А этому другу скинул другой друг. Ну, короче, хрен пойми, где они это взяли. Я обратно же пытался это найти в интернете. И знаете что? Ноль. Полный ноль. И третий ключевой вопрос, я у него спросил: а почему же разработчики спалили точную дату обновления? И знаете что? Он мне написал: «Ха, действительно странно!» И как я думаю, к этому моменту вы уже все догадались, то что это был вброс. Но прямо сейчас давайте реально поговорим с вами о настоящей дате обновления. И первое, что надо будет правильно сказать, то что точную дату обновления не знает никто. Ну как никто, то есть разработчики знают, но мы с вами точно не узнаем, потому что это все большой-большой секрет. Ну а на этом моменте, ребят, пойдут чисто факты. Вам всем интересно, когда же будет обновление? Есть две даты. Я с уверенностью в 90% могу сказать одно, то что это по-любому будет одна из этих двух дат. Первое, то что обновление будет на этих выходных, то есть это будет или суббота, или воскресенье. Но есть такая вероятность, что в эти выходные обновление не выйдет. А знаете почему? Да потому что через неделю будет Хэллоуин. И получается то, что разработчикам надо будет выпускать второе обновление? Ха...
А им же гораздо проще и гораздо выгоднее выпустить одно большое обновление просто 31 числа, поэтому вполне вероятно то, что будет одно глобальное обновление 31 октября. Для следующего факта мы, ребятки, переместимся в группу ВК под названием Standoff 2. Это официальная группа Standoff. Что же мы тут видим? Мы тут видим, что 27 марта вышел трейлер сезон 1. И потом, спустя 28 дней, сейчас я вам покажу все пруфы, спустя 28 дней вышло обновление. То есть спустя 28 дней после выхода трейлера вышло обновление. А теперь давайте посмотрим, когда же вышел трейлер 0.14.0. Я думаю, всем очень интересно, и потом давайте прямо сейчас мы на него немножко взглянем. Так. И вот он, нашли. А не, не нашли. А, нашли. 26 сентября. Теперь к этой дате мы, ребятки, суммируем 28 дней. Ну а теперь... плюсуем к 26 сентябрю 28 дней. Ну, ровно сколько же, сколько было в прошлый раз обновления. И получается 24 октября. Это получается сегодня, суббота. Поэтому мы ждем обновления или в субботу, или в воскресенье. Если же в эти два дня обновления не будет, значит тогда мы его ждем на Хэллоуин. Я думаю, и так всем понятно, то, что разработчики вряд ли. Ну, может быть такое, но вряд ли они будут выпускать будние дни, потому что в будние дни онлайн меньше. Потому что у многих учеба, у многих свои дела и так далее. А выходные, это, так сказать, это те дни, в которые максимально онлайн. Даже по своим стримам я могу заметить то, что вот именно в субботу, воскресенье у меня самый максимальный онлайн. Ну, или пятницу вечером. То же самое и с обновлением. И разработчикам выгодно выпускать обновление именно тогда, когда будет максимальный онлайн. Поэтому, ребята, это или эти выходные, или следующие. Это таково мое мнение. И еще не стоит забывать один очень-очень важный факт. То, что перед прошлым обновлением разработчики выпустили трейлер. Ну, то есть второй трейлер. Поэтому вполне вероятно, что перед этим обновлением разработчики выпустят еще один дополнительный трейлер. Если же они его выпустят, то, конечно же, ждите обзор нового трейлера на канале Кента ПК. Ну и, конечно же, как в прошлый раз, после выхода данного трейлера будет на следующий день обновление. Поэтому верим, надеемся и ждем. Давайте подведем небольшой итог. Исходя из моих личных предположений, также из прошлого опыта, мы делаем вывод, что обновление будет или на этих выходных, или на следующих. Поэтому, ребята, очень сильно будем ждать. Ну и, конечно же, вся инфа про новое обновление будет именно у меня на канале. Поэтому обязательно подпишись, проверь, мало ли ты забыл нажать на красную кнопочку. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был ваш Кент ПК. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите любой хороший комментарий. Всем удачи, всем пока.